Рев моторов этих суперкаров – вот что действительно заставляет сердце зрителя замирать. По 300 лошадиных сил под капотом, 4 десятка экипажей из 11 стран мира. Есть даже арабский шейх из Катара и знаменитый спортсмен из Бразилии Ринальдо Варелла с 30-летним стажем участия в таких ралли-рейдах, который на этих гонках в этапе Кубка мира занял призовое 3-е место. Это прекрасная гонка. Мы приехали из Бразилии, где у нас плюс 40, приплыли сюда на корабле, в снега и в морозы. Снежное покрытие трассы – вот что меня привлекло сюда. Я второй раз проехал по снегу. Это здорово. На втором месте команда «Москва-Санкт-Петербург» в составе действующих чемпионов России и обладателей Кубка мира 2014 года Владимира Васильева и Константина Жильцова. Прийти первыми явным фаворитом этой гонки помешал огромный камень, который спрятался в сугробе. Мы поймали камень на дороге, ну он снежный, был заметенный снегом такой, кругленький снег и снег. Оказался большой валун, мы пробили колесо, меняли колесо, это больше 2 минут, 2,5 минуты. Потом нас еще развернуло на дороге, потеряли еще тоже время. В итоге лидером этапа Кубка мира стал финский экипаж Тапио Суоминен и Тони Насман. Мы хорошо шли, но временами пришлось понервничать. Нас постоянно пытались обогнать. Но мы пришли первыми благодаря хорошей машине, слаженной команде. Мы часто тренируемся в езде по таким дорогам. Вот и весь секрет. Соревнования имеют двойной статус. Они являются не только первым этапом Кубка мира, но и первым этапом чемпионата России. В этом зачете борьба завершилась победой финского экипажа Йоуни Ампуя и Марку Хурскайнина. За километр до финиша с трассы вылетел лидер гонки Тапио Лауронен. Ампуя не упустил свой шанс и пришел первым. Это были тяжелые гонки, но когда я пришел первым, я был счастлив. Я живу в Финляндии, там такая же погода, такой же снег. Кроме того, у нас слаженная команда и отличный автомобиль за 250 тысяч евро, под капотом которого 320 лошадей. Ну и, конечно, гонки – это моя страсть, моя любовь, мой адреналин. Серебро в чемпионате России завоевал Владимир Васильев, а бронза досталась братьям Новиковым. Дмитрий Лощинин, Иван Трофимов, Александр Глушко, Сергей Сухарев, Вести Карелия, Сартовальский район.